Всех мужчин поздравляю с 23 февраля. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, в жизни, счастья, семейного благополучия. Поздравляю всех с 23 февраля, кто нас сейчас защищает, всех защитников. Желаем удачи, победы, счастья, радости. Мы очень ценим их. Всем мужикам, всем военным, особенно Донбассу, Луганску, всей армии нашей советской. Большой привет. Я поздравляю всех с 23 февраля, всех мужчин, мальчиков, дедушек. Желаю им счастья, здоровья, чтобы хорошо отметили. Я поздравляю всех мужчин с 23 февраля, тем более Андрея, который сейчас находится на СВО, и всех мужчин, которые находятся в России. Поздравляю всех мальчиков, которые будут служить, мужчин, дедушек, которых отслужили, и также девушек, которые служат и которые хотят пойти в армию. Есть такие, у нас весь класс такой практически. Поздравляем наших дорогих мужчин с 23 февраля. Желаем им здоровья, мужества, ну и счастья, конечно. Желаю всем мужчинам добра и чтобы вас никогда не настигла война. Я хочу поздравить моего папу Киржалова Дмитрия Олеговича, младшего брата, который сейчас в детском саду у меня находится, дедушку, которая на рабочем сейчас находится, и всех мужчин, которые на этой земле. И себя поздравляю. Мужчинам главное мужество, здоровье и чтобы их всех любили. Всех наших мужчин с праздником, мы вас любим. И нашего папу с праздником, да, милашка? У меня есть папа, спросите, какой. Самый сильный папа, самый храбрый вон, добрый, умный самый. Как не похвалиться, папой только с мамой можно поделиться. У меня есть папа, все равно какой, самый лучший в мире папа, потому что мой он.